все, что нужно знать о работе со звуком. Для начала всегда нужен еще один микрофон, помимо того, который встроен в вашу камеру. Микрофон должен быть максимально близко к вашему источнику звука. Это может быть хороший студийный микрофон, петличный микрофон, который сейчас на мне. В крайних случаях это может быть диктофон на телефоне. Сейчас звук записывается на камеру. А это звук с петличного микрофона. А качество можно сравнить на монтаже. Самое важное, что нужно помнить, это то, что микрофон не должен быть виден в кадре. Это основная проблема при записи звука. Как расположить микрофон близко к источнику звука, чтобы он не отвлекал на себя внимание. И следите, чтобы во время записи не было посторонних звуков, ведь на монтаже исправить это будет практически невозможно. Если вы записываете звук на улице, то постарайтесь уберечь микрофон от ветра. А звук можно записать отдельно и наложить закадровый голос на монтаже. Есть множество способов работы со звуком, и все зависит от вашего воображения. И помните, что у вас все получится.